В Армавире потушили условный пожар в поселке Заветном. Технику безопасности и порядок действий представители местных служб отработали в рамках третьего завершающего дня командно-штабных учений. Они проводятся ежегодно для координации совместных сил в борьбе с природными и техногенными катаклизмами. Сегодня в рамках третьего этапа командно-штабных учений в поселке Заветном отрабатывались практические действия тушения ландшафтного пожара совместно с лесопожарным отрядом и с первым отрядом Федеральной противопожарной службы. Эти практические действия проводятся для взаимодействия между разными службами. Учебное возгорание возникло недалеко от лесополосы, рядом с линиями электропередач и зарослями сухого камыша. Поэтому участники старались как можно быстрее локализовать очаг. Первыми на борьбу с огнем отправились добровольная пожарная дружина Заветного сельского округа и бригада Армавирского филиала Краевого лесопожарного центра. Ландшафтные пожары всегда были сложны в нашем регионе. Мы, работники государственного бюджетного учреждения Краснодарского края, это Краевой лесопожарный центр, специализируемся непосредственно на тушении лесных пожаров и пожаров на сопредельных территориях с лесным фондом, с населенными пунктами, дабы обеспечить безопасность населению и лесному фонду. Совместные действия бригады и добровольной дружины помогли остановить распространение пламени, а пожарные первого отряда Федеральной противопожарной службы окончательно ликвидировали учебное возгорание. Практические занятия помогли закрепить порядок действий при природных пожарах, особенно в отдаленных округах, где созданы добровольные пожарные дружины. В число волонтеров на территории муниципального образования входят 89 человек, которые готовы первыми прибыть к месту чрезвычайной ситуации. Инна Лепеткина, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 Армавир.